соревнования включали в себя 5 этапов. На каждом этапе это основная задача была проверить силу и выносливость участников соревнований. Но также были включены элементы, при которых проходит наша повседневная деятельность при спасении людей, а также тушении пожаров. Сегодня соревнования проводятся среди 10-го отряда. Присутствует город Полевской, Дегтярск, Ревда и Первоуральск.